С Днем театра поздравляют сегодня северодвинских актеров. Вместо того, чтобы в праздничный день устроить себе выходной, наши артисты вживаются в новые роли. Они готовят сразу две премьеры. Параллельно работники учреждения ремонтируют сцену. У нас практически вторая... Профессиональный праздник актеры Северодвинского драмтеатра встречают на рабочем месте. Сегодня первые репетиции будущей премьеры «Детектор лжи». Под руководством опытного Сергея Варнашова разучивают роли молодые артисты. В театр я попал, я уже не надеялся сюда уже, к Сергею Юрьевичу Черноглазову. Ходил, ну вот возьмите меня там. Но, к сожалению, мне говорили, нету мест. Павел Варенцов и Вадим Мизин в театре шестой сезон. О своих первых выходах на сцену вспоминают с трепетом. Ведь, со слов артистов, первая роль как первый ребенок. Меня сразу же ввели в кота Леопольда. Помните, там был такой собака-доктор, который выписывал зверин. Вот, я помню, жутко переволновался. Уж не помню, как там это все и прошло. Но просто вообще эмоции переполняли. Не помнил ничего. Ничего я делал, ничто говорил. Даже если ты абсолютно уверенный в себе и в партнерах, все равно выхожу, это ведь не я, а выходит мой персонаж. Поэтому, а как он себя поведет, еще неизвестно. Вживание в роль бывает настолько легким, что выйти из него бывает крайне тяжело. Вадим Мизин учился на учителя русского языка и литературы, однако жить без сцены не смог. Как выражается сам артист, он заразился театральным вирусом. Сейчас в драмтеатре 25 актеров. Творческий коллектив насчитывает 40 человек. У меня сейчас дочь с внуком ходит на спектакли, обязательно нужно. А как же, мы и так уже глохнем. Я не знаю, развития-то никакого нету. У молодежи тоже, я не знаю, никаких ценностей-то не осталось. Но если мы еще в театры ходить не будем, так что же с нами будет-то? Обслуживание хорошее. Так все хорошо. И артисты хорошие. На подготовку одного спектакля у актеров уходит полтора месяца. Из 7 дней 6 заняты выступлениями и репетициями. Сейчас артисты готовят сразу 2 яркие премьеры. Параллельно с этим работники приводят в порядок сцену. Елена Киева, Семен Смигулин, Вестник Северодвинска.